Друзья, всем огромнейший привет! Сегодня будем работать опять с профильной трубой 40 на 20 и 40 на 25. Что получится, давайте посмотрим видео. Всем приятного просмотра. Ну а я буду начинать. Поехали! Первым делом нам понадобится кусочек сантиметров 10, 100 миллиметров. Теперь на данном куске сделаем с каждой стороны, отступим по 35 миллиметров. И нарезаем резьбу четверочку. Так, сбоку, с другой стороны нашел центр и подступил по сантиметру, тоже сделаю два отверстия на 3,3. И также нарежу резьбу. Получается у нас вот такая вот картина. Откладываем это в сторонку. Берем теперь наш профилечек 40 на 25. Режу два кусочка по 20 миллиметров. На получившихся заготовках отступил 15 мм сверху, нашел центр, закернил, сейчас делаю отверстие на 8. По итогу наши кусочки я здесь отрезал, здесь также нарезал резьбу четверочку, получилось вот такие две штучки. Сейчас обработаем их напильничком, чтобы заусенцев не было. На профильной трубе на куске, который у нас снизу, здесь две штучки есть, а также отметил снизу 1,5 сантиметра, 15 миллиметров, и от краев по 10 миллиметров. И сделаю сейчас тоже отверстие сквозное на 8 миллиметров. Также мне понадобится вот такая вот пластина 40 на 10 на 100, 40 на 100. А в ней также просверлил два отверстия на 3,3 и сделал резьбу четверочку. Так, немножечко я выступил с зазором, с выступом. А сейчас на магнитах все это держится, сейчас сделаю пару прихваточек и обварю. Так что глаза! Теперь конструкцию я собрал, а сейчас гаечки тоже прихвачу немножко, по одной прям прихватке. Друзья, ну по итогу шляпки я обрезал. Для этого я прихватки и делал. Получается у нас пока вот такая вот конструкция. Так, наш
наше приспособление я покрасил, осталось теперь за дело за малым собрать все до конца. Использовать буду вот такие вот магниты неодимовые, выдерживают 6,6, заказывал я Мир магнитов, ссылочки оставлю в описании. Магнитики с проставочками, чтобы можно было проще их разжать друг от друга. И теперь будем устанавливать. У нас получилась вот такая вот супер-пупер магнитная штука с кучей магнитов. Ну, теперь там многофункциональный получился у нас держатель, магнитный держатель. Сейчас попробуем, в каких его целях можно использовать. Здесь я почему делал плоскость одну и ту в одинаковой, да? Здесь с выступом изначально я приваривал, чтобы можно было ставить его на ровную поверхность. И было ровненько. Конечно, многие из вас скажут, что можно пользоваться вот такими вот магнитами, магнитными угольничками там их поддержать. Но сами же согласитесь со мной, что когда чем больше всяких приспособлений, тем удобнее нам работать в нашей мастерской. Теперь же можно поставить в любом положении, да? Я тут специально даже вот перевернул, барашки сделал, чтобы можно было зафиксировать. Там, я не знаю, вот выставили. Под любым углом теперь можно. Раз взял, зафиксировал. Все, у тебя барашек никуда не идет. Надо тебе прихватывать, прихватывай. Там надо поставить, с этой стороны можно приставить. Хочешь с этой стороны, представляй. Если неудобно, где-то подлезть можно подварить. В общем, функции увеличивается в разы. Так, можно тут со всех сторон, можно, я не знаю, уголочек можно также приставить там, да, все зафиксировать. Все держится. Тут хочешь вот каких-то непонятных плоскостях там можно, да, что-то приваривать. Но тут уголь на выдумку хитра, на самом деле. Там, я не знаю, по размерам ничего такого подходящего нету. Можно было попробовать и уголочек еще так вот, да, там поставить, приварить там, да, вот. То есть конструкции можно какие хочешь теперь сваривать. Также можно использовать на куске трубы. Выставил так. Все держится, да, вот. Выставил так. Ну, что хочешь теперь можно. Под каким хочешь углом можно поставить. Тут идей прям целая куча. Делается элементарно, быстро, просто. Магниты стоят недорого. Можете зайти посмотреть, там и таких магнитов целая куча. Но в целом у нас получилась вот такая вот самоделочка. Я думаю, получился отличный результат. Вам, если понравилось, обязательно напишите ваше мнение. Поставьте по лайку. Можете по дизлайку, кто хочет. Вот. Поделитесь с друзьями, если кому-то понравился ролик. Жду, в общем, от вас обратной связи. Вас всех обнял, всем крепко жму руку. До новых встреч. Пока-пока.